Итак, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И здесь мы уже растерли тело человека, видно достаточно гиперемию, да? Я иной раз человека специально заранее приободриваю, поздравляю его. Ну, типа, как бы, я вас поздравляю, у вас отличный здоровый румянец на всю спину, размером со всю спину. Человек обычно смеется, радуется, да, руку вот сюда. И теперь смотрите, делаем вибрационные техники. Это вот всякие раскачивания. В основном нас интересует паравертебральная мышца. Вот она. Ее можно пощупать, поднять. А если мы ее отодвинем, вот получается, подойдете, потом пощупаете. Реберно-поперечное сочленение, вот они прям такие. Да? Вот наше воздействие идет в основном именно на них, вот на все на это. То есть начинаем с крестца. Называется тряска осины. Здесь единственное движение, я помните, говорил в прошлый раз, что мы идем от бедра, да, наше движение задаем. Когда вот так делаем, да, то мы бедра подключаем. А это единственное движение, которое идет от пальцев рук. Потренируйтесь в воздухе вот так вот поделать. Прямые локти. Локти прямые. Вот, да. Потом вот потренируйтесь где-то вот на твердых поверхностях. То есть ваши пальцы должны практически быть невидимы. То есть вот они сливаются в одну линию. И на досуге, вот домашнее задание вам, выйдите куда-нибудь в лесопарковую зону, там березку найдите или осинку, да, вот так вот если прислоните, потрясете, примерно толщиной с руку, вот такую толщину. Если потрясете, то должна осыпаться там снег, его листья с ним должны прямо осыпаться. И вот такую тряску мы задаем в тело. Вот уже, причем с давлением, видите, я в тело человека давлю. Особенно вот этот вот грудной отдел. Даже можно услышать хруст в такой момент. То есть это мы раскачали вот в этой плоскости. Горизонтально, да? Теперь раскачиваем в эту плоскость. Вот туда, под 45 градусов, вперед и вниз. Да? Идут вот такие вот ударные каблучки, как бы. Ну, как будто мы каблуком вот так убиваем, да? Вот тут прошли мягко. Почки пропустили, плавающие ребра пропустили, а вот тут уже можно пожестче. В тело человека. Вот туда. И даже можете корпусом. Смотрите на мой корпус, да? Вот я прям корпусом задаю импульс. Видите, какой подальше. Амплитуду можно менять. Ну, один раз, например, прошли так по-быстрому, да. Потом почувствовали, что-то там вот выпирает, что-то мешает ему, да, прямо вот это место, прям может раз, там продавить. И прошли дальше. Вторые координаты получаются уже трехмерные декартовые координаты. Да, вот так поставить декартовые. Сейчас мы на доске это все нарисуем. Далее мы потренируемся. Ну, во-первых, выжимка. Как делается? С утяжелением обязательно. Примерно две линии для себя нарисовали. Одна идет под мышку, там у них узлы, другая идет к ключице, там у них узлы. Да? Выжимаем плотно. И вот сюда. Теперь здесь вторая линия прохода. Идем медленно, потому что тут имеется в виду вот лимфу мы гоним, да, потом продукты распада клеток мы же разогрели, вот она покраснела, да, где-то там может какие-то капилляры полопались, может там что-то внутри какие-то клетки там заработали, метаболизм увеличились, да, вот мы это все теперь уносим. Теперь вот все это грязь мы уносим лимфоузлом. Это вот движение состоит из трех движений. Первое это получается вот раз. Второе движение это мы остистые отростки, которые сзади позвоночника торчат, выпирают вот эти вот, да? Они должны быть, по идее, вот как пальцы, да, на одной линии находиться. Но у людей бывает часто вот так вот они смещены, да? Как вот Буратино там делает, вот так вот, да? Вот. Мы их как бы подбиваем и стараемся выпрямить. Конечно, выпрямить мы их не сможем выровнять, да? Хотя бы раскачиваем. Мы их раскачиваем вот эти связки, суставчики, да, чтобы раскачались. Вот мы в них упираемся и раз. Это делаем в цилиндрических координатах, потому что мы тело разворачиваем. Смотрите, как вот так качается тело. Видите?
Третий прием, это мы, это вот из трех приемов складывается один, сейчас я дойду до одного. Подушечка пальцев очень чувствительна, да, и мы большим пальцем, как раз между осистым отростком и паравертебральными мышцами, так глубоко внедряемся, прямо человеку больно будет, и прощупываем, где у него что-то там не так. Где-то может позвонок повернут, да, где-то может какая-то жилка натянута, да, где-то бугорок там какой-то, где-то просто раз и не идет дальше рука, так вот уперлась. Вот всю эту чувствительность мы проверяем. А теперь все эти три приема объединяем в один. Вот выжимка, да, вот подбитие с утяжелением. Вот на большой палец именно утяжеление. Вот. Большой палец ставите как вам удобнее. Кому-то вот так можно поставить, да, если поглубже надо пройти. Но если ноготь смешает, да, то вот так можно развернуть боком, да. Либо вот так вот упереться в позвоночник. Вот. Вот человека смотрите, консистенция у людей разная, я уже говорил, да, поэтому вот человека смотрите и делайте. Вот смотрите, я и давлю, и подбиваю позвонки, раскручиваю за ребра, и выжимка, и тест заодно. Вот за один проход сделали все вместе. Это получился третий, на самом деле это был четвертый, потому что пропустил первый вариант. Первый вариант, это нам вот эту паравертебральную мышцу надо размять. Вспоминаем из классики двойной кольцевой захват, да, вот самое такое, то, что вот на мягких зонах мы любим делать, любим показывать, вот здесь у нас широчайшие мышцы, да. Что у нас идет? У нас рука подает складку под большой палец противоположной руки, и вот так по очереди они ходят, получается. Угу. Большой палец вот так, как у директора производства, да, он сидит, пальцами вот так делает, вот примерно так же нам надо здесь. Но такой прием мы не будем использовать, да, это все-таки классика, у нас немножко другое. Мы его только берем для вот этой паравертебральной мышцы, поэтому придется то же самое делать пальчиками. Взяли пальчиками, пускаем змейку. То есть мышца должна идти вот так вот. Вот змейка вот такой. При этом обратите внимание, я задней рукой, та, которая со спины, да, которая с крестца ушла, видите, я раскачиваю до сих пор, видите, крестец качается. Вот я начал запястьем, да, раскачивать. Взял мышцу, и вот я пошел, а задняя рука ее продолжает раскачивать, вот. Это тоже плоская система координат. Ну, для запоминания я просто быстро покажу теперь, да. Значит, вот мы растерли все, растерли там, да. И теперь поехали. Раз. Первое в плоскости горизонтальной. Второе движение тоже в плоскости горизонтальной. Тряска такая. Здесь мы всем весом добавляем напряжение, поэтому локоть прямой. Если локоть будет согнутый, вы просто лишнюю нагрузку себе на плечо дадите, да? Но зачем себя напрягать? Лучше прямым локтем и будет давление сильнее. А сейчас я это вам еще зарисую на стенке. Два, да? Третий. Это каблучки. Техника каблучки. Раз. Также можно уже услышать стук. Стук. Теперь выжимка в подмышечную зону. Вот ключичную зону. И подбитие осистых отростков с ротацией. И с выжимкой одновременно. Тут я обычно спрашиваю, терпимо или нет. Потому что это наше первое глубокое внедрение в тело человека. Вот мы уже начали глубже заниматься, да? И как бы подсказываем подсознание, что дальше мы перейдем в следующем сете к кулачковым техникам. Мы уже будем сжимать и глубоко проминать все тело. Уже сразу начнем. Но это будет наш третий сет. А пока запишем, зарисуем и отработаем на практике наш второй вибрационный сет.